Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Маргарита Шибукова. Добрий вечір. Сьогодні у Гомельській області розпочалася відправка призовників до місця воїнської служби. 3000 юнаків проходили обов'язкову процедуру медицинського обслідування. Після цього представники різних воїнських частей вибирали призовників, які найбільше відповідають умовам служби, перевіряли їх морально-ділові якості, стан здоров'я. Таким чином, обрали 2000 хлопців з Гомельської області, які до 27 мая будут накированы в разные воинские части Республики Беларусь. Количество призывников, вызываемых на медицинское свидетельство, подлежащих призыву в этом году, весной, значительно уменьшилось. В связи с чем это связано? Первое связано – демографическая ситуация. То количество, которое есть, оно все равно позволяет нам укомплектовать соответствующим образом воинские части. Молодому поколению войсковцев есть кого брать приклад. Сегодня 95 годов исполнился ветерану Великой Отечественной войны Василию Корниенко. Василий Иванович народился в Кармянском районе в 1921 году. Боевой шлях начинал простым матросом, войну скончил офицером на проконце 45 года на Дальнем Усходе. За бездокорную службу он отримал 30 узнагород, у том лику особистую пошану от Сталина. Присутнейшил при подписании акта капитуляции в войне с Японией. У мирный час працавал на розных пасадах у Ветковскім районі і у обласным центры. У 80 гадоў напісаў аўтабіяграфічную кнігу «Вехі жыцця», дзе падрабязна распавёў пра сваё доўгае і цікавае жыццё. На Востоке хорошо было, потому что там туда все средства шли. Туда, там мы не ощущали ничего. А когда прибыл сюда, я убедился, что настолько тяжело в Беларуси было, что трудно сказать. Ветерану в аурашистым становище урушили гоноровую грамоту Гомельского городского совета депутатов, а так само кветки и подарунки. Протягиваем выпуск. Комитет природных ресурсов и аховы навокольного осяродя Гомельского облвыканкама провел мониторинг выконания дорушений Урада Беларуси о подрыхтовце пляжев до летнего сезона. Пераважная большая смеса массового отпочинку приведена у належный стан, але шерах за увах экологи выказали. Выники мониторингу будут разлежены на посяжении областной межведомостной комиссии по наведению парадку на земле. Олег Сентюро ознайомился с некоторыми выводами. Температура по ветру около 20 градусов тепла и невеликий ветер. Температура воды плюс 10. Для купания на дворе еще не самое сприяльное, але аматоры водных процедур все же таки находятся. Официально на Гомельщине сёлета открывается около 50 пляжей, на яких будут дежурить вартовальные посты. У всех это место отпочинку проверили супрацовники областного освода. Нечего вельми уже небеспечного не нашли, але, кажуть, вытягнули из воды шмат разностайного смети. В большей части это бытовой мусор. Это бутылки, банки, склянки. Вот. Есть ветки деревьев. Вот. От размыва грунта на пляже иногда обнажаются камни. Безопасность пляжа – главная умова для их открытия, але и комфорт для отпочивальников так само имеет значение. В этом смысле самый проблемный пляж у Гомеля – Новобелецким. Все лето он открывается своечасово, але некоторые работы тут все-таки придется выполнить. Необходимо привезти несколько тонн песку и убрать рослины у прибережной полосе. Об травяном покрове у этом ходе у Вогуля особная размова. Одна из пляжных проблем этого года – клящи. Сколько их у этой траве, докладно не ведает никто, але эпидемиологи кажут, что все это для их вельми сприяльная умова. Меж тем, как опрацовать всего одну сотку территории, необходимо 400 тысяч рублей. Бодай самое значное за уваги у экологов сегодня до Ельского и Брагинского района, где пляжи будут подрыхтованы только у червени. До этого часу, кажут, люди открыют сезон самостоятельно, и не факт, что у таким выпадком он начнется без проблем. Тем больше, что есть обовязковый перелик усяго, что повинно быть у таких местах отпочинку. Предусматривается и обустройство стоянок для транспортных средств, и обустройство питьевыми фонтанчиками, и обустройство туалетами, обустройство спортивными площадками. И хотелось бы отметить, что за последние годы очень много сделано по данным местам пребывания. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Мероприемство с нагоды Дня семьи сёлета в Гомельской области объединены огульной темой «Семья, здоровое життя и устойчивое будущее».
Звышки сям'і, традиції, ставлення до свого здоров'я переносяться дітьми у дорослое життя і у знов створену сям'ю. Спеціалісти стверджають, каб навчити дітей вести здоровий лад життя, приклад повинні подавати дорослые. Я дуже часто слышала, ви знаєте, розкази, як маленький ребенок копирует папу, садится за руль і імітирует курение в машине. Я была поражена, что трехлетний ребенок уже все это усвоил, и для него это стереотип поведения, что сесть в машину и за рулем курить. То есть, естественно, для него это нормально и положительно. Поэтому в младшем возрасте практически все привычки копируются из семьи. Характер дитяти формируется в возрасте до 3 годов. Тому дорослым важно научить детей у малышем возрасте сберегать и умацовывать свое здоровье, особистым прикладом демонстрировать корыстные звышки, и только тогда будущие поколения будут здоровыми. День пионерской дружбы отзначили на Гомельщине. Мероприемства, просвещенные к этой дате, прошли в вёсцы Червоный Берег Жлобинского района и у самим райцентры. Подробности у наступном материале. Мемориальный комплекс детям ахвярам фашизма у вёсцы Червоный Берег был открыты 28 червеня 2007 года. Сегодня это один из нешматликих мемориалов Украины, присвеченных детям войны. Менавіта ён стал местом встречи пионеров из всей Гомельской области, узнаковый для организации день. Сегодня у нас стартует мероприятие, приуроченное Дню пионерской дружбы. Непосредственно День пионерской дружбы мы отпразднуем 19 мая. Каждая пионерская дружина по-своему. Где-то это пройдут торжественные линейки, где-то прием в пионеры, где-то посмотрят летописи своей пионерской дружины, вспомнят, что делали пионеры прошлых лет. В общем, в таком формате дружном, коллективном будут праздновать этот праздник наши пионеры на протяжении всей недели. Принять удел у мероприемстве приехали 400 человек из разных кутков Гомельской области. На встречу с молодым поколением пришли ветераны Великой Отчины, представники районных и областных уладов. Подчас урочистой частки – пионерская линейка, хвилина молчания и традиционное равнение на стяг. Мы начинаем все наши мероприятия для того, чтобы все пионеры Гомельщины отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны, дабы мы помнили уроки мужества героев, патриотизма, и чтобы данные уроки стали действительно настоящим примером для подражания, для нынешних пионеров, для пионеров, которые вступают, в том числе сегодня здесь вступят новые пионеры, для того, чтобы они были настоящими гражданами своей страны. Далее удельников мероприемства сустракала Жлобинская школа номер 13. Менавіта тут отбылся областный конкурс пионерских парадно-церемониальных гуртов. Учаница одной из жлобинских средних школ Александра Якуш представляет команду удельников «Вогненные сердце». На подрыхтовку спотребился амаль тыдень. Опыт, наверное, есть. Я уже 2 года участвую. Нашей всей командой мы участвуем уже как года, наверное, 3. И как результат? Результаты хорошие. И в область ездили, и в республику даже бывало. По выниках конкурсных испытов переможцей стала пионерская дружина имя Зины Портновой, средней школы номер 12 города Жлобина. До речи, с 20 по 22 мая пионеры Гомельщины примут удел у 3-м республиканском взлете «Тимуровцы-Бай», где будут поборничать за звание лепших тимуровских отрядов у конкурсе «Запали костер Добрыни». Александр Лупиненко, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель», Червоный Берег, Жлобинский район. 12-годовая история проведения сотни удельников и признания на сусветном узровне. У черговый раз юных эрудитов собрал у Гомеля Кубок Европы по интеллектуальной гульни «Что декали». Про выники доведались наши корреспонденты. 27 команд с 5 краин света по традиции принял областный палац творчества детей и молоди. Сярод удельников турниру команды переможцы и призеры чемпионатов европейских краин и наибуйнейших международных споборництв. Для сравнения, у самым першим турниры у 2004 году удельничали только Беларусь, Россия и Украина. За годы основания конкурсу своей силы на этой гульнявой пляцовце выпробовали команды многих инших краин. Все лето заявки на удел так само подали Латвия и Армения. Каждый год растет уровень команд, естественно, каждый год растет уровень вопросов потихонечку. И те вопросы, которые, допустим, мы задаем сейчас детям, немыслимо было бы задавать в далеком-далеком 2004 году. Сейчас это уже та вершина, на которой уже много лет карабкаются самые умные, самые сообразительные дети из всех наших соседних стран, и особенно из Беларуси. В минулом году звание чемпионов завоевали россияне, юные интеллектуалы из Перми. И сёлета организаторы бачили их у якости
магчимых пераможцев, а галоўнымі сапернікамі лічыліся мінчане. Каждый вопрос это можно считать научной проблемой. То есть, по сути, через интеллектуальные игры готовятся будущие ученые. Россиянам иногда есть чему поучиться. С другой стороны, мы вот приехали и хотим выиграть. То есть как бы уровень российских команд, он считается одним из высочайших. Есть какой-то маленький шанс, что нас обгонят, да. Мы допускаем это, но будем бороться, стараться. Дарэчы, чаканні суддзяў не апраўдаліся. Званне пераможцы сёлета заваявала каманда з Москвы. Гэта вынікі розыгрышу Кубка Еўропы сярод юніёраў. А ў катэгорыі ювеналы чэмпіёнам стала каманда з Мінска. Ганна Кавалёва, Вольга Вальчынка, Міхаіл Рабкоў, Ігар Марышчанка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Картинная галерея «Горы Лавашенки» сёлета першая в Гомельской области провела культурную акцию «Нож музеев». Ей наведали несколько тысяч человек. У их лику и наш корреспондент Ганна Ковалева. Культурную акцию «Ноч музея» у гэтым годзе найбуйнейшыя выставачныя і музейныя установы Гомеля вырашылі правесці ў розныя дні, каб у гамельчан была магчымасць наведаць усе. Першая яго арганізавала карцінная галерея «Гаўры Лавашчынкі». Дзеля акцыі перакрылі вуліцу Карповіча і ладзілі свята не толькі ў выставачных залах, але і на прылеглых тэрыторыях пад адкрытым небам. Сегодня впервые в областном центре гамельчане, гости нашего города, смогли увидеть театр на улице. Это впервые. Ну и, конечно же, мы пригласили гостей из города Чернигова, из города Минска. Это будет потрясающее световое шоу. В прошлом году мы гомельчан радовали огненным шоу, но в этом году решили немножко программу изменить и сделали световое шоу. Для аматоров выявленшего мастерства открыли все действенные выставочные залы. На выбор работы с краязнаўчага музея Витебска, репродукции картин сусветно вядомых мастаку, текстильная скульптура и, вядома ж, полотны Гаўры Лавашчынкі. У целом тут працавала одразу 7 пляцовок. Организаторы зрабілі ставку на разнастайнасць і паспрабавалі ўлічыць інтарэсы гамельчан усіх узростаў. Тут можна было ўбачыць тэатральныя пастаноўкі, вакальныя нумары, пракаціцца на каруселях і нават пастраляць сапраўднага лука. Мерапрыяцце ўжо паследнія годы настолька громкае, што не ўзнаць его просто нельзя было. Я ўжо паследнія 3 года пасещаю, і з кожным годам мерапрыяцце набіраюць все больше і больше обороты. Это очень приятно здесь проводить время. С каждым разом все больше и больше мероприятий, и каждый может найти для себя что-то по интересам. Те, кто увлекается искусством, могут поучаствовать в росписи, боди-арт нам предлагали, правда, испугался это сделать. Несколько лет мечтал из лука пострелять, искал школу из лука, да, не доводилось. Вот сегодня, несмотря на очередь большую, все равно вот стою, жду, наконец, моя мечта сбудется. Найбольш відовішная частка шоу почалася, коли город накрыл змрок. Оптичный иллюзионист Мартин Март из Минска продемонстрировал як малявать святлом. Свою программу так само представила трио светлового перформанса министрели из Украины и гомельские майстры интерактивного светлового шоу. Мы постарались показать световое шоу с элементами и светодиодных крыльев, светодиодные веера, все, что было красиво и с таким вдохновляющим личным настроем. Ну и закончить на драйвовой такой нотке. Над 5-годинной культурной программой працавало больше як 100 человек. Оценили их намагання амаль 4000 наведвальников. Такие личбы побили все рекорды попередних годов. И это як нельга лепш, подтверждая звание одной из ведущих культурных установ Гомельщины. По выниках работы в минулом годе картинная галерея «Гаўры Лавашчынкі» занесена на областную дошку гонору. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». Перед апошній весенний тиждень будет теплым, але дождливым. По данным областного гидромедцентра, 17 мая на большей части территории региона чекаются дожди и навальницы. У нашей ранницы у особных районах слабый туман. Ветер полднево-заходний 3-8, при навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра у нашей складе от 3 до 8 градусов тепла. Местами на глебе чекаются слабые заморозки до 0 минус 1 градуса. У день прогнозуется до 11-16 градусов тепла. Подобный характер надворья захаваецца до середины тыдня. С 20 мая температура пачне повышаться. У пятницу поветра прогреется до 21 градуса. У субботу до 23. У неделю у день будет каля 20 тепла. Ночные температуры складуть плюс 5-10. Дажджы и навальницы чакаюцца кожный день. Гэты іншы навіны вы можете знайсці на нашым сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Швукова. Всего доброго и до встречи в эфире.